Привет, стримаши. Хочу немножко рассказать о колбасе. Сосиски я покупал в Великолукский. У них такой странный запах, что потом от рук пахнет какой-то неприятной штукой. Какую-то химию они используют в производстве колбасы, сарделек. И вот эта колбаса, она группа А, без добавок. То есть вот мясо просто, еще какое-то молоко дурацкое. И она на самом деле не особо хорошая. Стоит она 250-300 рублей. Но по вкусу так себе, средненькая. То есть, представляете, уже группа А, одно мясо, она намного хуже стала, чем была лет 5-10 назад. Так ее можно есть. Ну и вот этот неприятный запах постоянно. И колбаса докторская называется. И сардельки говяжьи. И к завтраку. У них один и тот же какой-то неприятный такой запашок. То есть, по идее, вот так вот рукой потрогаешь, и должно быть, ну, вкусным там мясом пахнуть. Не, нифига, какой-то запах такой противный. Руки надо мыть потом. Хотя колбаса по сроку нормальная. Срок ни к концу не подходит. Я думал, что, может быть, остается, если пару дней. Нет. И других сроков, когда колбасе там неделя всего лишь. То же самое, вот этот запашок дурацкий. Так что намного у них испортилось качество. И совершенно, я считаю, вот, например, вот эта колбаса 300 рублей не стоит. Она была со скидкой, вот эту я купил 200, типа там. Очень все, качество продуктов портится каждый день. Это такое вот бандитское государство вонючее. Оно продает, ты работаешь, а оно тебе продает херню. И говорит, типа, радуйся, и ты должен. Ни хера, это государство должно нам, должно оно закрыться.